Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. I'm alone. I'm alright. Всем здоровки, дорогие друзья! С вами на связи Герман и моя сестра Каролина. Здрасте! Сегодня мы будем продолжать рубиться в Майнкрафт на сервере Massed World. Все же правильно, да? Massed World. А то мы тогда мастер, по-моему, прочитали. Ну, короче, не суть. В этом видео мы вам покажем вот этого вот НПСа и на Бедварсе. Давайте ворвемся на Бедварс. Здесь мы будем биться на летающих островах. Думаю, вам понравится, будет очень интересно. Сейчас наберется народ, нас кинет на острова, где мы должны будем набрать определенное количество ресурсов и уже потом купить вещи и гаситься. И если твою кровать сломают, тогда твоя команда просто выбывает из игры. Да, 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 да. Моя сестра говорит определенно верно. Итак, вот у нас уже почти собралась команда 16 человек. Все, мы сейчас будем врываться. Отлично. Офигенно, что на этом серваке большой онлайн. Как бы сейчас у нас 10:30 вечера по Москве, и как бы люди играют. Это круто. Это реально круто. Че? Ты говори, что ты этуешься? Тушуешься. Так, а куда нас кинуло? Так, вот. Вот, всё. Мы зеленые. Магазин. Нужно застроить кровать. Где наши ресы? А, вот ресы здесь сделаны. Даже так. Прикольно. Да, надо застроить кровать нам. И потом непосредственно прорываться до других людишек. Сейчас мы немножко накопим ресов. Так, вот у нас есть 16 ресурсов. Ресы — это, короче, наш левел, кстати, я походу понял. Да. Сколько у нас леваков, столько у нас и ресов. Кто не знает, кто будет играть. Кстати, мы всех приглашаем поиграть на этом сервере. То есть можете заходить, можете рубить, если вы встретите наш ник Камарачи, как и название канала. Мы вас очень всех будем ждать. Если что, пишите в комментариях, там вместе как-нибудь сможем порубить. Будет прикольно, будет классно. Так, блоки. Давай купим блоков чуть-чуть. Нам определенно нужны блоки, чтобы застроить кровать. Ну да, так, у нас надо еще 25 намечен, хотя бы накалечный. О, отлично. Давай купим меч, вот этот вот. И пойдем биться. О, тут уже что-то застроили, да? Вон, смотрите. Так у нас новая карта. Да, у нас новая карта. Желтый, да? Желтый? Мы зеленый. Тот типок желтый. Да. Сейчас мы идем за желтым парнем, сейчас мы его уничтожим. Он испугался тебя, потому что у тебя... Мы его убили. Мы убили его. Или нет? Убили. Так, а мы забрать что-нибудь можем? Ничего не можем. Так, отлично, мы одного загасили, погиб. Круто. Железо. Да, сейчас мы его заберем. Блин, да уйди ж ты, дурачок. Опа, 30 ресиков. Нам надо купить лук. И когда мы купим лук, будет намного круче. Вот, наш парень уже гасит с лука. Да. Нужно брать золото. Уйди отсюда. Потому что оно дает 60 ресурсов. Золото, да. Вот еще золотишко. Вон тут уже синие люди ходят. Зеленый. Так, тут золотишко. У нас 182 золота. Никак, не вообще реса, да, у нас? Вообще да. Полностью ресурсов, не обязательно золото. Может рискнуть напасть на этого парня? Ну, он бессилен, у него ничего нет. Ох ты, ёшкин кот! Убегаем. Так, а где наша... Вот, там было... Чёрт, нас загасили, эпик фейл, ничего страшного. Мы сейчас возьмем реванш. Сейчас мы возьмем реванш. У нас было 180 ресурсов. Мы могли купить лук. Лук 250 стоит. Да? Да. Сейчас мы наберем. 2 ресурса. Он типуля вернулся. Возьмем блоки. И на меч. А сколько на меч надо, ты не помнишь? Не помню. Нам не хватит. Где-то, наверное, 50 ресурсов. Нам надо купить яблоко.
Я знаю, что нам не хватит на меч. Нам надо взять... Ой, куда я захожу, дурак, блин? Так, 25 не хватает. Да, у нас только 38. Все, сейчас мы пойдем. Плюс 6, плюс 8 реса падают. 50. Отлично. Так, 50. Во, мы можем купить меч покруче. Воспламеняем. Прячем, типа у нас нету меча. Воспламеняем. Опа, железо. Железо берем. Так, так. Нам нужна броня. Нужна, согласен. Давай, 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 Васька, Вася, Вася, ты что? Зачем ты бьешь своих? Не знаю, просто хочется. Так, желтый, желтый, желтый куда-то драпает. Испугался. Так, а у нас жизни не восстанавливается. Оба-на, золотишечка. Кто там, кто там, кто там? Там наши? Да. Там один наш, вон. Отлично. 81. А ну-ка заберем ресурсы. И надо купить броню, как ты считаешь? Броньку надо нам покупать? Конечно. Вот это тут цена. Давай пока вот так вот возьмем. Пока лошарную броню возьмем. Готово. Одно яблоко у нас есть. Так, пойдем нашим парням поможем. О, битва, битва, битва. Битва тут на века. Не позволим. Мы с синими воюем. Да. Ну вообще воюем. Других пока что не видно. Ну давай, 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 Васек. Давай, 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 Вася. Ну шо ты, Васька? Все прячутся. Давай, 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 Вася, 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 ну шо ты? Тыщ, Васек, Васек. Давай, вот. надо загасить его, надо загасить. А он жесткий. Тебя другой бьет. Да они меня все бьют, походу. Мы просто топ. Мы просто топ. Убитый игроком Акамарача. Да, ребята, это достойно лайка. Просто офигенная ПВП. Майнкрафт. Так, а нам на лук все равно не хватает, да? Даже да. На самый калечный лук нам не хватает. По-моему, он 150. Стоит... О, у нас только 144. Не, можем, конечно, отсидеться, но лучше нашим братанам помогать. Чё он делает? Васёк, ты... Так это не наш. А, это не наш. Это желтый. Это желтый? Ё-моё. Парень, ты чё, братан? Как так получилось, что ты на нас нападаешь? Быстрее, кровать, кровать. Так ты не изучил, где кровать? А я даже не знаю, где кровать, ё-моё. Ваша кровать уничтожена. Да. Мы просрали, да? Да. Мы жестко просрали. Все, мы из игры выбыли. Вот гнида, а? Вот тот. Ну, выбыли не только мы, и красные тоже. А, мы можем еще гаситься. Мы можем еще гаситься. Кровать уничтожена, у нас респаун уничтожен. Но, знаешь как? Если мы умрем, то мы не возродимся. Да, нас... Ах, what the fuck! Все, да. Паутину. Вот это эпично. Сейчас мы будем просто летать и наблюдать за другими. Да, все, мы проиграли. Ребята, мы проиграли, но мы... Ребята, мы проиграли, но мы сделали действительно, то есть как бы старались сделать намного круто. В этот раз мы играли вне видео, мы заняли какое? Мы самый первый погибли, да, наша команда? Да. В этот раз мы погибли вторые, то есть результат получше. Вон тут у нас уже матятся в чате, пишут, что тут кто-то читеры, не знаю. По-моему, как бы все нормально происходило, все как бы развивались, кто что успел, нормально, нормалек. Поэтому все хорошо. Не знаю. Вон, изменить скорость можно, чтоб тут мы вообще были просто боги. Боги бега. Прикольно. Так что всем огромное спасибо, кто посмотрел. Ребятки, подписывайтесь на канал. В следующем видосе мы будем либо строить, будем либо играть PvP. Что вам больше понравилось, PvP карта либо стройка, вы напишите обязательно в комментах. Если вам понравилась больше стройка или PvP карта, мы обязательно это учтем, мы будем играть в ту, в которую вы захотите. Но вообще я предпочитаю больше PvP. Моя сестра предпочитает стройку, да? Да. Ей больше нравится строить. Но мы еще не были на других картах, тут куча других карт и куча других игр, поэтому мы проиграем везде и все. Все, всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.